Здравствуйте. Сегодня мы разберем ноутбук. Будем разбирать ноутбук HP. Модель. Неизвестная. И павильон G6. Проблема заключается в том, что ноутбук очень сильно греется при включении выскакивает ошибка System Fan 90V. Через 15 секунд ноутбук вырубается полностью. Эта ошибка означает, что процессор перегревается или кулер работает нерабочий. Начинаем с откручивания всех болтов, размещенных внизу ноутбука. Желательно поставить что-то мягенькое, чтобы не снять эту крышку, можно сдвинуть легонько. Вот. И снимаем. Ошибка System Fan 90V. Ошибка появляется при включении ноутбука, которая информирует о неисправности системы вентиляции. Вентилятор системы неправильно вращается, температура внутри корпуса слишком высокая, и вентилятор не может вращаться достаточно быстро, чтобы справиться с теплоотводом. Если чистка ноутбука не поможет, то нужно будет делать замену вентилятора.